Фестиваль «Свое» уже третий год подряд проходит в Бурятии, причем пользуется он дикой популярностью. В первый год фестиваля у нас около 30 тысяч человек посетило. В прошлом году фестиваль у нас собрал 42 тысячи посетителей. Было продано 22 тонны продукции почти на 10 миллионов рублей. Фестиваль предназначен не только для того, чтобы тратить деньги. Вы также можете просто продегустировать товары, познакомиться с местными производителями, насладиться концертной программой и не только. Также во время фестиваля будут работать мастера. Вот, будут проводиться мастер-классы по чеканке, по обработке металла, по обработке дерева, кожи. И это еще не все. Если вы купите у одного фермера продукцию от 1500 рублей, то сможете участвовать в розыгрыше живых баранов. В каком виде забирать приз, решать победителю. Напомню, 8 и 9 сентября на площади Советов в 10 часов утра. Возрастное ограничение 0+.